Спасибо. Едем на площадь Святого Петра. No. А что у нас там? Там должно быть сегодня инаугурация животных. Чего? Инаугурация животных? Освящение животных. Это серьезное мероприятие. Такое серьезное мероприятие я, как прямой потомок Юлия Цезаря, конечно, пропустить не мог в сегодня время, да. Даже я отменил встречу с Берлускони, чтобы понаблюдать за... Да, чтобы понаблюдать за... Да. Посмотрим, что за просвещение животных будет. Но мы тоже их просветим чуть-чуть тогда. В общем, у Ватикана мы кружимся, друзья. Сейчас прибудем, даст Бог, в Сан-Петро. И покажу вам, что там у нас за слоны, что за выставка, что за просвещение животных у нас происходит сегодня в этом районе, что за акция такая, с чем она связана. Как видите, обычный римский зимний день, слегонца иногда идет дождик такой, смотрите, видите, дождик уже прошел. Вот, несмотря на это, чудесная погода стоит, то есть как бы... Типа холодно, видите, как люди одеты, но на самом деле очень даже хорошая погода, как бы тепло. И здесь что приятно, то что нету ветров. Может быть, они есть, но я их пока лично не видел. То есть, когда идешь по улице, как-то приятно идти. Да. Это центральная Ватиканская площадь. Мы в Ватикане находимся. Да. Ну что, пойдем вперед тогда. Друзья мои, я вас приветствую всех. Пачангос. Надеюсь, у вас хорошее, четкое, замечательное настроение. Вот. Если есть желание, будем совершать с вами римско-ватиканские прогулки. Смотрите, какие кранчики. Везде можно пить воду, везде. Принимать ванну, пить воду. Да, это Ватикан. Да зачем мне врать, что я? Я похож на человека, который когда-нибудь врет вообще? Я всегда абсолютно искренен. Поэтому это Ватикан как минимум. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это Ватикан. Я-то, возможно, конечно, могу ошибаться. Нет, это Ватикан. Это площадь. Это базилика где стоит. Где Сикстинская капелла висит. Друзья, я вам, кстати, это все уже показывал. Вот, так что смотрите ролики, смотрите Обзор ТВ. Не знаю, сейчас посмотрим, что за животные здесь. Очень много здесь туристиков у нас. Ой, какие колонны. Вот, когда папа выступает, здесь идут заграждения и также идут проверки, то есть просто так сюда нельзя зайти. Вот, но когда папа не выступает, то вход более свободный. Вот у нас здесь русские тоже, русскоговорящие. Сейчас посмотрим, что за животные здесь. Так, ну что? Где твои животные? Где раздача слонов проходит? Что-то я здесь не вижу никаких животных.
Точно на этой площади это животные эти? Да. Вот это вот площадь центральная, вот там вот, вот это базилика, вот там висит Сикстинская капелла. Вон там. То есть эта базилика, она переходит в этот, она переходит, ну как переходит, в музей, музей Ватикан. Да, музей Ватикана она переходит, если так можно сказать. Вон там вот папа машет ручкой. Он вон в том вот месте. Вот здесь люди приходят на мессу, кажется, это же называется, на мессу. В общем, вот тут вот, как видите, стульчики, друзья, которые здесь люди сидят. О, смотри, как себя снимает. Вот такую штуку мне надо. О, друзья, увидели? Копалка. Смотрите, какая у него штука. Смотри, смотри, что творит, а? Пачанга! Он же себя не видит. Как не видит? Пачанга! Как не видит, как не видит? Видит? А, в объектив? Ну, я не знаю, видит он себя, не видит, но у него палка какая. Видела? В общем, животных всех разобрали. Да, раздача слонов состоялась, поэтому мы опоздали, друзья. Мы опоздали. А? Они идут на мессу. Да. Нет, там, кажется, бесплатно туда можно зайти. Ну там уже, да, там туда не так входить. Мы туда пойдем? Хочешь, зайдем, если у тебя желание раз есть. Можешь сюда приехать. Да. Туда можно зайти внутрь, посмотреть. Да. Куда еще такое зайти? Можно в музей Ватикана пойти, но там очередь 40 тысяч человек. Это надо с папой договариваться. Я в прошлый раз с папой договорился. Если ты хочешь в музей Ватикана пойти, то я сделаю звонок. А там выход, там выход. Вот так вот по кругу это идет, видишь? Маленький Ватикан, вот зашли. Нет, это же не просто Ватикан, это площадь просто. Здесь есть как закрытый Ватикан, так и открытый Ватикан. Открытый, то, что мы сейчас гуляем, здесь везде, вот это все Ватикан. Это просто площадь одна. А закрытый там чуть-чуть, той стороне находится, куда как бы нельзя входить. Так, что, друзья, пока выключаю всем. Такая маленькая зарисовочка. Как вы поняли, никаких животных мы сегодня наблюдать не будем. Слонов всех раздали. Даст Бог чуть попозже на связь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния. Попрощайся с бандой. Всем пока. Двигаемся в Голливуд, солнечная Калифорния.